Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Фотограф з Дніпра робить світлини з поліцейськими та захисниками. Власне, в наших гостях сьогодні Гера Губанов, фотограф та блогер з Дніпра. З вами ми сьогодні говоримо не просто як з творчою людиною, так, фотографом, а як і з лідером громадської думки, адже у вас велика аудиторія. І про те, як правильно нею користуватися в такі часи для нас непрості, сьогодні про це з вами поговоримо. Ну, по-перше, хочеться вас запитати, як змінилося ваше життя до та після війни? Здравствуйте, я фотограф. Моя жизнь изменилась, как и у всех, наверное, кардинально в плане быта, в плане... наша страна в последний век такого, ну, чуть меньше, чем век, не знала такого, поэтому для многих людей это все новое, и каждый реагирует по-разному. И, кстати, эта тема, о которой мы, наверное, поговорим, это про чувство вины и все остальное, связанное с войной. Это те эмоции, которые люди, в том числе и я, никогда не переживали, и каждый реагирует по-разному, поэтому у всех поменялось. Ну, мы трохи згодом про це поговоримо. Да-да-да. Зараз хочется, да, по поводу работы, конечно, разные мероприятия, которые были радостные, поотменялись, естественно, но есть такие мероприятия, как беременность, как семейные какие-то. Некоторые даже, наверное, в какой-то момент решили, что у них мало фотографий семейных с детьми, с родителями, и они активизировались и поняли, что когда, если не сейчас, этим заниматься, и есть время, есть возможности, и особенно память – это важно, поэтому все-таки моя работа, именно фотографии истории семей, это очень актуально даже сейчас. В Дніпрі став дуже відомим ваша фотозйомка. Це було весілля військового, так, з дівчиною. Розкажіть трохи про це детальніше. Это была свадьба, которая была у ребят забронирована еще, наверное, года пол назад. Потом они 24 февраля, когда началась война, они решили, что, наверное, не место, и надеялись, что она быстро закончится. Поэтому как-то они сомневались. И потом в итоге поняли, что надо сейчас, потому что неизвестно, как все будет. И любовь – это не повод. Вернее, война – это не повод отмены любви, поэтому они решили, что надо все-таки это делать. Но поскольку у них свадьба получается в военное время, им захотелось как-то оставить это тоже в памяти истории, потому что все-таки съемка, даже свадебная, это какая-то история, страничка семьи, и хотелось все это соединить, чтобы они это получили какой-то такой материал. И поэтому они решили, что это, наверное, будет неуместно. Как я сказал, я как человек, который хотел что-то крутое сделать, я подумал, почему нет, да, уговорил их и сказал, что давайте совместим, поможем по волонтерам, привезем какую-то гуманитарку, какую-то помощь. Это было вот, ребятам военным. И взамен мы сделаем буквально мы там минут 10, наверное, 7, не знаю, пофотографировались, чтобы никого не отвлекать, пока у них был перерыв. И все это получился вот такой прикольный контент, который актуальный. Як гадаєте, чому ці світлини розлетілися на всю Україну? Чому такий відгук у серцях людей відбувся? В тому числі, тому що всі люблять, всі хочуть любити, хочуть жити, і навіть війна ніколи цього не зупинила. Є навіть така історія, як военная фотография, свадебная, даже есть такое направление, потому что и в 2014 году, когда началась война на Донбассе, так же самое я следил за свадебной индустрией, и там я видел фотографии военных в окопах свадебные. Люди все равно продолжали любить даже сквозь войну, это круто. Наверное, когда есть, мне кажется, почему это важно об этом говорить, потому что когда даже у военных есть какой-то мостик к обычной гражданской жизни, бытовой, когда человек не полностью на 100% погружается в войну, вспоминает, ради чего это происходит, то и у него мотивации больше. Когда человек полностью уходит в войну и забывает, ради чего это происходит, то вот эти вот человеческие качества могут как-то потом обрезаться, из этого меньше мотивации идти вперед. Поэтому, мне кажется, важно напоминать и жить по возможности, показывать, ради чего все это идет. Иначе мы все погрязнем в войну, в ненависти, и это все будет никуда. Як змінилася ваша творчість, от якщо дивитися по вашій сторінці в Інстаграм, після війни, от ця фотосесія, весілля, потім ви знімали захисників, поліцейських. Про такий перехід вашої творчої, так, особистості в нову реальність. Чим тепер надихаєтеся?
чи досі хочеться брати там фотоапарат в руки? І також хочеться почути детальніше про останні світлини дідуся, які дуже приголомшили. Да, вернемося, це все, в принципі, одне направлення. Когда мы будем говорить, почему для меня это все, ну, не настолько, скажем, война не настолько бьет в мое сознание, в понимании ужаса, это все ужасно, но я имею в виду, почему я держусь, я спокойный, потому что я с этим постоянно об этом и до войны позанимался какой-то разной благотворительностью, разными стариками, которым нужна помощь, разным людям, то есть и этот вопрос постоянно себя, как мы становимся выше через страдания, поэтому я себя постоянно всегда, как мог, вкидывал в разные истории, изучал этот вопрос, смотрел это все, переживал это все, то, что люди не хотят думать, не хотят, ну, то есть для многих сейчас шок и все вот это происходящее и ужас, потому что они жили в каком-то вакууме хорошей жизни и не смотрели, что происходит вокруг. Я этот вопрос постоянно через себя переживал, поэтому сейчас, конечно, другая история и ужас, но для меня это не шок, что вот так вот в мире происходит, то есть поэтому я к этому более, наверное, спокойно уже привычно отношусь. И фотография, у меня есть фотографии до этого, если посмотреть в социальные сети, есть и старики, есть и бездомные, есть и вот всякие такие истории, они были и до войны, потому что мне эта тема была интересна. Но сейчас, когда стало меньше, естественно, работы по моему направлению прямому, то есть я понял, что вот как раз самое время заняться социальной фотографией, которая мне всегда очень нравилась, и сейчас появилось время, и я ее ищу, я хочу ее пережить, я пытаюсь найти и так далее, поэтому сейчас мой Инстаграм пока есть возможность отвлечься от обычных съемок, обычной рутинной работы, без фотоаппарата я точно не смогу, это моя прям зависимость, наверное, вот, поэтому социальные такие фотографии, это очень прикольно, круто, и когда человек это все видит, вот то, о чем мы говорили, что человек живет в вакууме, когда ты начинаешь показывать это, то у человека меняется сознание, что есть такое в мире, он как-то может, вроде понимает, но когда он не смотрит, он не видит этого ужаса, он не может это полноценно пережить, поэтому важно это показывать, важно об этом говорить, тогда больше реакции у людей, даже те, которые до этого и не думали о какой-то благотворительности, они даже сейчас начинают этим заниматься. Розкажи детальніше про те, де знайшли цього дідуся. Ми, власне, в статті додамо фотографії, ви зрозумієте, про що йде мова. Да. Це історія одної підписчиці, яка розказала, що є такий дідусь, який займається, кормит собак, он то ли бездомный, непонятно, в общем, кто-то его нашел, какие-то ему приюты вроде иногда помогают, но она захотела съездить и попросила меня поехать с ней, потому что ей одной страшно просто поехать к нему, мужчина, неизвестно где, как там, чего, вот, и говорит, а фотография уже появилась, когда я уже приехал, я увидел этот весь момент, все эти моменты, и понял, что это надо показать, это надо снимать, хотя ехал туда с целью просто передать продукты, передать корм для собак и уехать, то есть, но когда я увидел это все, я сразу просто говорю, извините, можно мы сделаем вам пару фотографий, я просто увидел сразу, у меня какая-то, не знаю, уже не один раз была такая чуйка на те фотографии, которые вот должны вот точно людям зайти, понравиться и что-то вызвать, какой-то резонанс, возможно. Поэтому я, когда увидел все это, я говорю, давайте, он без проблем позирует, с удовольствием, рассказал всю историю, и оказалось, что это... Я даже не знаю, не знал, наверное, из-за того, что в силу возраста, это мне потом даже бабушка говорит, конечно, я знаю, это Султан Рахманов, который был почетный гражданин города, а оказывается, этот мужчина, это его родной брат. То есть оказывается, что он тоже Рахманов, его Рахим зовут, и у него появляется крутая история, сколько он жил, где он там заканчивал институт физкультуры. И оказывается, вот такие вот люди, почему эта история в том числе, наверное, набрала какую-то такую небольшую популярность, потому что это не просто какой-то человек, который прожил обычную среднестатистическую жизнь, а это человек с великой семьи, который знает наш город. Поэтому вот такая вот судьба у него. Питання до вас як до фотографа. А наразі світ дізнається про події в Україні, перш за все від фотографії, так, тіла після вчорашньої, те, що облетіло інтернет в очі. Скажіть, яку силу несе фотографія? Як вона може сильно вплинути на людину? Як той же фільм, наприклад, він може управляти. Ну, то есть задача режиссера, не продюсера, но режиссера больше, в фильме за счет картинки, за счет ракурсов, за счет музыкального сопровождения, за счет цвета,
кино может создавать и вызывать любые эмоции. То есть хотим мы страх, ненависть, злость, любовь, мы можем это вызвать просто картинкой, можем вызвать разные чувства. Та же самая фотография может сюжетом своим и происходящим вызывать разные эмоции. И, конечно, фотография – это хорошая, плохая, но имею в виду то, что несет добро фотография или показано, показывает такие события, как происходили там в Бучерпене, Гостомеле. Это фотография, которая окно в то место для всех людей, поэтому это важно для сохранения истории, понимания, чего мы не хотим повторять и так далее. Поэтому важно это все показывать, важно вот то, что я говорил, для понимания, осознания того, что происходит в мире, важно это видеть вживую, не рассказывать, что там это вот так вот ужас происходит. Когда человек это видит, у него несостыковки, и тогда он начинает об этом думать больше. А тобто, чим більше людей буде постити так ці фотографії страшні, викладати на свої сторінки, тим більше це спрацює. Ну, я маю на увазі, аби світ побачив і. Ну, звісно, розпространяється це все. І люди у кожного, навіть там у кого, неважно, яке кількість аудиторії, у всіх є люди, знайомі, родственники з різних стран, які будуть показувати і так далі, і так далі. І, звісно, це може показати миру, що тут відбувається, щоб це не було як мінімум забито і. Просто было и было, то есть не хочется, чтобы так произошло, хочется, чтобы это пошло дальше. Я думаю, поэтому даже президент опубликовал эти все фотографии у себя на странице, и это не зря. Мы как люди, которые выбрали этого президента, это наш, скажем так, да, наш выбор, и, соответственно, все, что он делает, он, значит, это правильно. Поэтому он как наш представитель, скажем так, поэтому это делает президент, значит, очевидно, это нужно нам всем. Так, добре. Блок, так би мовити, фотографії закінчили. Тепер давайте до вашої іншої, ну, так би мовити, діяльності. Ви один з лідерів громадської думки в Дніпрі, у вас є велика аудиторія. Як ви нею зараз користуєтеся? Начну з того, що і до війни ця аудиторія, я старався пользуватися в благих каких-то намереннях і... Аудитория – это сила, которая может делать очень крутые вещи. Например, благотворительность. У меня тоже какая-то была эта тема в социальных сетях, то, что благотворительность должна быть публичной, потому что кто-то всегда найдется 1-2 человека, в зависимости от аудитории, у кого она более там, лояльная, у кого более там, какая-то настроена в плохом контексте. У меня бывало, вот когда какие-то проекты были, может, 1-2 человека, но были, которые написали что-то в стиле «Зачем показывать?» Типа «Сделал тихо, типа, и себе сделал». Да, да, типа «Не пиарься», условно, если более грубо. Но я считаю, что для людей, которым нужна помощь, дети, старики, если до войны говорить, или беженцы, раненые, и там военные, в любом контексте любая помощь. Один человек сделает вот столько работы, а если он это опубликует, покажет, расскажет и будет призывать свою аудиторию, это в десятки, в сотни раз больше. Поэтому до войны мой был всегда ответ на это. Но если вы считаете, что это пиар, то есть условно, да, то есть это не о помощи, а о том, чтобы... Ну, как бы, окей, допустим, пиарьтесь, я не против. Если каждый будет так пиариться и говорить, что я помог, и показывать, как он помогает, и у кого-то это будет ради пиара, то тот, кто нуждается, ему вообще будет все равно, ради чего это. Ребенок получит игрушку, старик получит еду, военный получит бронежилет. Это если это будет для чьей-то хайпа кого-то, пожалуйста, пусть будет так. Это никому хуже не делает. Это если, типа, говорить о тех людях, которые против того, что это должно быть публично. Ну, в большинстве своем люди понимают, для чего это делается, поэтому никаких проблем в этом нет. Аудиторию можно использовать как раз вот для таких случаев резонанса, помощи, сборов и так далее, и так далее. Вот, поэтому, конечно, надо это показывать, в том числе для того, чтобы люди то, что я говорил до этого, понимали, видели и чувствовали, о чем речь, тогда больше просыпаются. Многие люди хотят помочь, наверное, где-то внутри, но не видят, не знают, куда нести, не знают, кому нести, не знают, кому нужно. Они живут бытом, работой, и они даже не пытаются посмотреть вокруг, потому что у них нет времени, у них свои дела, обязанности, и когда ты им... И они смотрят на тебя, как на фотографа, потому что у тебя там фоточки прикольные. И потом ты им показываешь какой-то ужас, происходящий где-то, и они просто, у них просыпаются чувство желания помочь, и это способствует большому количеству помощи от аудитории. Ви нещодавно так говорили своїй аудиторії такий месендж про совість, та, про те, як жити далі, як там дозволити собі чашку кави в закладі без того, та, от без цього сумління, а краще б я там ці гроші витратив там на ЗСУ і так далі. Хочеться зараз знову теж почути.
тезы там, вас. Я сначала по поводу публикации этого думал, ну то есть я об этом и раньше думал, но не знал, стоит это вообще публиковать в социальной сети эти мысли или не стоит, но когда на встречах каких-то клиентов или на съемках вот во время войны или с кем-то из знакомых встречаясь, все говорили одно и то же. Вот то, что я, тот месседж, который я рассказывал про, ну, типа, что стоит пытаться продолжать жизнь. Я слушал всех, и все говорят, хочется работать, хочу выйти, хочу выложить, хочу что-то показать, что там идет работа, но, а что люди скажут? Скажут, что я вот это вот заработаю, или почему я чувствую вину перед людьми, почему выкладываю, типа, ну, то есть, вот это вот все хотят, но все боятся. И то есть, я слушаю, слушал, слушал, и в какой-то момент просто решил сказать, и я вам скажу по секрету, не было ни одного человека, который сказал бы, да ну в смысле, типа, ты не прав. Ну, то есть не было ни одного, просто завален бы директ ответами, огонечками, соточками. Ну, то есть я имею в виду, что полное стопроцентное понимание всех людей, и все это понимают и так, но все боятся вроде как сказать, вроде как-то неудобно. Повторите, пожалуйста, ваш месседж. Ну, суть в том, что нужно пытаться. Естественно, что жизнь не будет максимально такой, как она была, в полном ее объеме, но стоит пытаться, даже это наш президент сказал, что стоит пытаться возобновлять экономику от того, что здесь происходит война, здесь люди должны жить, потому что люди, которые будут сейчас, если условно никто не будет работать, все будут сидеть, читать новости с утра до вечера и плакать, это в принципе объяснимая реакция будет, но из этого получится так, что потом в скором времени никому не на что будет просто еду купить. Когда мы покупаем чашку кофе, это позволяет людям, которые работают там официантами, барменами, получать зарплату, ну, кофе, еду, неважно, заведению работать, оплачивать багато аренды. Багато заработів зараз готують для захисників, переселенців. Да, да. Справді, їх дуже багато, кожен другий заклад. Я знаю. Це, да, я ездил, даже снимал для некоторых, находил фонды, ну, ребята, друзья занимаются разными фондами европейскими, которые помогают этим заведениям, я их состыковывал, и теперь они оплачивают, а все, весь, ну, именно продукты, а персонал работает не... Большинство персонала работает бесплатно вообще уже там в течение долгого времени и просто готовят на беженцев, на помощь и так далее. И, конечно, надо все это дело пытаться поддерживать и тратить. Не зря говорят, что чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь в плане финансовом. Это все зависит, как раз это говорится, об экономике и от того, что мы будем сидеть. Вот как это был пример в коронавирус, когда была такая же история в плане того, что бизнес стал закрываться, не работать и так далее. И как только люди стали пытаться тратить, уходить на улицу, сразу все завертелось. Поэтому здесь надо разграничивать работу и бизнес и то, что происходит. Насчет чувства, как это правильно сказать, насчет чувства вины, вины, естественно, оно будет, но вопрос в том, как бы это ужасно ни звучало, наверное, вот те люди, которые говорят, наверное, что не надо ничего постить, не надо ничего выкладывать, военные воюют, они не расслабляются, вы тоже не расслабляетесь. Мне почему-то ощущение такое, что, ну, допустим, у меня много есть друзей из знакомых или клиентов, полицейских, военных, АЗОВ, разные батальоны, и я вижу, что и они, и их жены, и их девушки, и их семьи публикуют то, что они вышли там с ребенком погулять, чашечку кофе выпить. Именно те, кто прямо к этим. Не люди, которые, это их мнение, а люди, которые прямо, и они считают это нормальным. Ну, а со стороны кому-то кажется, что нет. Почему? Я пытался понять, почему. И у меня несколько теорий, таких не самых радужных. Первое, это то, что до войны люди, то, что я говорил, жили в вакууме, и сейчас, ну, в вакууме хорошего. То есть у них была хорошая работа, дела, там, ну, подружки, друзья. Обычная бытовая жизнь, и люди не думали об этом, что происходит ужасное. Они как бы абстрагировались, возможно, от этого. Потому что их это прямо не касалось. Они сами не этого не делали, не узнавали, а прямо их не касалось, наверное. Это один из вариантов. Понятно, что мы не говорим обо всех, но точно такие, я думаю, есть. И когда это коснулось прямо их, страх, ужас и того, что происходит рядом и что может с ними случиться, конечно, они начали уже как-то реагировать на это, и у них вот эта вот эмоция от того, что они не понимают, как это вина, там кто-то это, ну то есть от того, люди, которые с этим были связаны, волонтеры, которые и до войны этим занимались, или люди, разные организации, которые занимались, они этот ужас видели и до, и после, поэтому они уже привыкли жить, разграничивать помощь волонтерства и свою личную жизнь. И поэтому люди, наверное, которые первый раз с этим столкнулись, они вот сейчас не знают и не понимают, как им с этими чувствами совладать и как на это реагировать. И вторые люди, которые реагируют, я думаю, что у меня тоже есть такие знакомые, я с ними на эту тему общался, и мне было интересно разобрать, откуда это чувство. Чувство того, что
люди, которые так же само до этого, возможно, не очень помогали, сейчас максимально из-за беды ушли в полностью волонтерство, посвящают полностью свое время, чувствуют свой долг и обязанность. И, возможно, у них есть такое тоже объяснимое чувство, чувство несправедливости, почему я трачу свою жизнь на помощь, я не уделяю время себе, а вы ходите, кофе пьете. Ну, то есть, и вот это чувство несправедливости, оно тоже объяснимо и понятно, и имеет право на жизнь, но стоит, наверное, себе задать вопрос, ради чего я это делаю, ради помощи или ради того, что кто-то помогал, или кто-то что скажет. Вот я помогаю, кто-то не хочет, это его абсолютный выбор. Власне, кожен має за себе відповідати. Те, кто уехал, это их выбор, кто-то хочет жить, кто-то хочет защищать, кто-то патриот, кто-то меньше патриот, кто-то герой, кто-то меньше герой. То есть кто-то готов жертвовать собой, своей жизнью, кто-то не готов, кто-то готов рисковать, кто-то не готов. И это этого кайф этой всей жизни, что мы все разные. И мы не судьи этим людям. Если кто-то хочет так поступать, кто-то не хочет так поступать, это их абсолютный выбор каждого человека. И это всегда было и до войны, и во время войны. Не надо никого осуждать. Хочешь помогать — помогай. Хочешь пить кофе — пей. Хочешь жениться — женись. Ну, то есть никто никому не давал никакого права быть судьей чьих-то поступков. Поэтому в рамках, ну, то есть мы должны любить и уважать своих. От этого мы не становимся менее украинцами. Вот поэтому это важно. На жаль, ефірний час у нас скінчився, хоча в мене ще питання залишилися. Я дякую вам, що до нас завітали. В наших гостях був Гера Губанов, фотограф та блогер з Дніпра. Говорили про творчість фотографа, як вона так, фотографів, мабуть, всіх в цій країні, ну, у всіх життя до та після тепер. Да? Я дуже дякую вам за участь. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Слава Україні! Смерть ворогам. Дякую, що були з нами.